Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Ну что, давай глянем ежедневные задания, какие у нас. Плюс 4 единицы здоровья герою. Заполните все линии зомби и разыграйте 3 баба. Здоровски, я тебе скажу. Разыграйте 3 баба. Но, судя по всему, это нам нужно играть... Если разыграете 3 баба, по идее, зеленая тень должна разруливать эту ситуацию. Давай попробуем. Зеленая тень. Разыграйте 3 баба. Так, мне дают разгрома, да еще и с высшей лиги. Дело дрянь. Ну, наверное, оставим пока так, как есть. Можно было, конечно, этого поменять. Ну ладно. Ну, чё задумался? Разгром. Начнем так. Заодно проверим, есть ли у него тот ударчик, который может... Нет, у него даже валуна нет. А может быть, он специально так делает. Пропустим. Ага, видишь, он думал, что у меня будет еще, наверное, один такой стоять. Но это хорошо, что он потратился. Я вот только думаю, стоит ли мне вот этого выпускать. Давай проверим на вшивость. Так, видишь, у него есть заклинашки, ребята. У него есть заклинашки. Ага. Заклинаниями используется. Так, ну что, эту чурлу выкинем отсюда. Ага, ну ты понял, да? У него все это было в руках. Это все у него было, и он все это держал до последнего. Вот так вот, да? Хорошо. Хорошо. Блин, вот это плохо. Там, наверное, хилка у него выпала, скорее всего. О, даже как, да? Стоит ли мне его выгонять? Наверное, пока не стоит. Давай сделаем следующее. Сделаем так. Сделаем так. Сделаем так. И вот так. Сейчас посмотрим, у него должна быть хилка, по идее, да? Или безумие, одно из двух. 2+2. Ну, мы его, естественно, выкинем уже. На следующем раунде. Поехали. Так, он химнется наверняка, да, сейчас? Да, он хильнется, больше у него, как ты понимаешь, хилок не должно быть. Вот так вот, да, ты делаешь?
Ну что ж, давай смотреть. Допустим. До свидания. Разобрали, да? Разгром схлопотал. Так, ну а мы разыграли три бобовых, что, ну, как говорится, и требовалось сделать. Угу. Так, дальше. Заполните все линии зомби. Вот это вот будет, блин, потяжелее. Ну, сначала, наверное, за орех сыграем. Почему за орех, ребят? Ну, потому что... А что это у нас за орех такой? Ага, ну это хороший орех. Подожди, подожди, подожди. Не совсем хороший, ребят, не совсем. Вот, по-моему, наш орешек. Так, нет, потому что здесь... Нет, это тоже не то. Блин, а какой тогда? Третий, что ли, номер? Да, я знаю, ребят, вы говорили, подписывай, подписывай. Я вот все забыл. Вот это, по-моему, наш орех. Да, на спехах третий номер. Нам нужно всего лишь восстановить 4 хп. Ну, то есть хильнуться, грубо говоря, и мне дают замеха. Замех — это плохо. Да, замех — это... Ну, совсем не то, что я хотел. Блин, еще к тому же с этим, с пузырем. Замех. Такс. Ага. И вот так вот. Хорошо. Хорошо. Сделаем так. Но у него есть, правда, удар, который... А, он перемещает. Ну и куда же ты перемещаешь? Сюда даже. Как скажешь. А так? Так, у него вирус. Вирус плюс сила. Да, нам надо выживать, друзья мои. Во что бы то ни стало. Будем смотреть. Так, ну, вирус. Ну, блин, что у него там? 7-5. Так, здесь уничтожает. По-моему, ребята, мы проиграли. Да. К сожалению, мне не выпал ни орех, ни уничтожитель. Все. Восстановили мы здоровье. Вот теперь, ребята, заполнить все линии зомби. В этом деле, я надеюсь, мне, знаешь, кто поможет? Мой бесенок. Почему, друзья, бесенок? Потому что у него есть пират на корабле, который раскидывает на трех линиях зомбарей. То есть нам достаточно занять две линии и дождаться этого пирата. Да чё ж мне все время высшую лигу туда дают, эй? Я всего лишь 48 ранг. Так, вот этого пирата мы оставляем пока. А вот это вот, наверное... Уберем. О, видишь, как начинается. Весело.
Начинается весело у него. Пропускаем. У него наверняка есть могилоед, да? Наверняка. Поэтому я не знаю, стоит ли мне вот этого пирата выставлять сюда. Ну давай, промахнись. Или в броню бей. Так, это нам пригодится. Проверка на вшивость, ребята. Смотрим. Даже так. 7 в лицо. Блин, фигово. Давай сюда. Как ты достал, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Мне и поставить-то некого, друзья. Вот посмотрите внимательно. Просто некого поставить. Давай сделаем так и вот так. Так, у него может быть бонусная атака. Ага, вот так он решил. Ну все, короче, понятно. Да какой, почему вот дали бы бесенка? Нет, дают мне какой-то, блин, надгробие. Бесполезно здесь было вообще драться. Дали мне две бочки, а пирата ни одного не дали. Две бочки дали, а пирата в бочке мне не подсунули. Это он же, да? О, ребята, кстати, есть шанс отыграться. Так. Поехали. Вот это вот хорошо. Что нам дали отыграться? Возможность. Ну что, заморозку сделаем или как? Ага. Чего? Ну что, ребята, бочка? Ну и все. Хана тебе, чувачок. Да-да-да-да-да. Отыграемся хоть. Так, никого не было. Защита сработала. Хорошо. Что и требовалось, ребята, доказать. А то пошел там в расход, блин. Так, ну мы задание-то не выполнили. Нам нужно заполнить все линии зомби. Так что, ребят, продолжаем бомбить до тех пор, пока мы не выполним это задание. Плюс еще у нас будет ежедневка. Нашли. Так, это у нас кто? Чукрачарая. Нифига себе,
Подожди, ребят, это не та команда. У меня такого зомби не должно быть. Десятый ранг опять дают. Посмотри, а. Ага. Ну что, он кого сюда поставит? Я не знаю. Огурец. Огурец выкинем. Огурец мы выкинем. Огурец мы выкинем. Ага. Пошел отсюда. Блин, защита срабатывает. Ну что, он два огурца сюда поставит, наверное, да? Нет. Хихикает он мне тут. Хихикала, а? Блин, сейчас бонусную атаку влепит. Или защита здесь, или бонусная... Ага, вот как он. На воде решил расправиться. Пока все. Блин, у нас не получается, да? Он здесь уничтожил же мне. Так, огурец поставил. Ну, огурец, ребята, уничтожаем, понятное дело, что... Теперь не получится у нас уничтожить его, к сожалению. Но получится сделать вот так. Ай-яй-яй-яй, что же делать дальше-то нам? Поставить так. Ну, давай. Так, орехов, да, хочет наплодить здесь? Ну, он наплодит орехов, понятное дело. А дальше что? Блин, вот этого гада не уничтожит. Вот в чем беда. Вот этого гада мне не уничтожит. Ну почему не уничтожит? Мы можем сделать вот так вот, в принципе. А дальше что? Посмотрим. Кукуруза.
Но это совсем не то, что я хотел. Где мои пираты? Блин, мне нужен пират, ребят, ну... Ну серьезно, где он? Так, ставим сюда. Ставим сюда. Мне нужен пират, ребят. Ну это какая-то фигня получается у меня. Так, ну поставим, тогда придется нам тратить вот этого. Чтобы урон не получить. Пока сделаем так. Вот скажи мне на милость, где мой пират, а? Ребят, ну где пират? Ну я с таким, я ничего не смогу сделать. Что это такое? Да ёпарасете. Даже если я его смогу заморозить, все равно, ребята, я при нанесении урона он мне звезданет. А, вон у него что, бонусная атака. Пирата мне не дали. У меня два пирата. У меня это не та колода, ребят, про которую я говорил. У меня не должно быть этого зомби. Вот этого зомби. Этого, вот. О-о-о, еще и пир. Нет, это не то. Да и это, по-моему, не та колода. Слушай, ну эта колода, я помню, это наша старая. Может быть, за нее сыграть? На пиратах. Давай попробуем за нее. Попытка не пытка. Мне нужно заполнить линию с зомбарями. Я не могу никак этого сделать, блин. Так, ну это уберем, наверное. Твою налево. Ну нафиг вот это-то. Два гробовщика. Зачем они, блин, мне нужны? Ну, скажи, тот на милость. Ну, 3 единицы урона, ну понятно. Выпал, блин, мне. Когда он мне нафиг не нужен здесь. Нафиг он. Идиотизм, а. Че он бонусную атаку делает? Ну, ради бога. Ну, это, конечно, ребят, ну, это полное... ну, хотя бы так. Хотя бы так, давай посмотрим.
Так, ребят, ну мы поняли, кто у него здесь и что у него тут. Вот оно как, значит, да? Так, если он сюда его поставит, начнет бомбить. Он заколебал, а? Так, он это дело оставляет, да? Так, 5-2, все, сдался. Опять же, я, опять же, ребята, не заполонил. Так и будем бегать туда-сюда, блин. Заполони, говорит, всю территорию зомбарями, пожалуйста. И вот теперь Рэй пробует. Ничего у него. Блин, Роза. Вот, друзья, если честно, я вот сколько Розой не пытался играть, у меня не получается за нее нормально отыграть. Не знаю. Пирата, если я поставлю, ну ведь разнесет же в хлам его, сразу тебе говорю. Сундук ставить. Тоже такое себе удовольствие. Пирата. Ну, пирата можно поставить, в принципе. Пирата можно влепить. Давай проверим. Опа, грибок. Грибочек, ребята, прибыл. Так, 6 энергии у него. Так, что у Розы? Может быть заморозка. Она может превратить в козла. Там возможности дофига. Кукуруза. Угу. Так, что же сделать? Давай сделаем так. И вот так. Но опять же может уничтожить его. Единственное, что кукуруза попадет в блок, это да. Это она может. Она может также гриб поставить. О, вот что делает. Погнали. Угу. Mm-hmm.
Так-с. В козла. В козла, да? Че, бомбить его, получается, надо? Да, жаль, конечно, что тут-то в лицо не поставить никого туда. Только лишь на следующий ход, если. А доживем ли мы до следующего хода? Вот в чем проблема. Давай так поставим тогда уже. А там будет видно. Надо было ставить на землю, наверное. Ну, 4 в лицо. И там у меня остается 3 хп. Вряд ли, конечно, тут что-то получится. Даже если мы вызовем пирата с тобой, вон того. Не знаю, ребят. О, видишь, кукуруза. Ну все, тут проиграли, получается. Да. Ну видишь, ничего нормального не выдали. Даже если бы я ставил вот того мелкого, он бы вообще его уничтожил сразу же. Бесенок, давай как-нибудь уже быстрее пиратов своих расставим по всем этим линиям. За тебя, блин, что-то мне неохота сегодня играть. Ставим пока так, как есть. Ну что опять, блин, ставить? Сундук, в первую очередь. Угу, ореховый мастер дел, да? Поехали. Значит, парень решил на орехах поиграть. Ну что, пираты что ли ставить вот этого или как? Давай пираты поставлю. Так, что там, что он на орехах собирается, да, тут разыгрывать все? Что-то я как-то немножко не догоняю. Так, вытягиваю 2 карты. Так, ну что, этого прячем тогда? Ну, допустим. Так. Ha ha!
Давай так сделаем. Ага. Вот он, значит, как решил. Ну, это понятно. Ну. Так, и гриб. И гриб у него тут. Так, ну это даже не успеет пикнуть, потому что мы его бомбанем. Ай! Ну давай, ладно, стреляй, фиг с тобой. Этот не жилец. Ха-ха, бонус, ну вот так вот решил. Как знаешь. Так, значит, да? Сдался. А он опять мне не дал отыграть кое-что. Да что ты будешь делать? Ну что ты будешь делать? Ну, игра, ну дай мне разыграть вот этого пирата. А такое ощущение, как будто у тебя не было возможности, да, отыграть этого пирата. У тебя же была возможность. Ты мог сейчас поставить вместо копателя этого пирата. Но я, ребят, побоялся, что... А вдруг у него еще один этот мохнатик? Но с другой стороны, если ты боялся, нафига ты оставлял тогда свободную линию? Вот так вот, ребят. И опять у нас Роза. Опять Роза. Ну, допустим. Допустим. Превратит же сейчас в кого-нибудь, да? В козла или еще во что-нибудь. Значит, ребят, на хилах. Роза, значит, на хилах. Вероятнее всего. Посмотрим. Ага, отлично. Спасибо за карту. Что у нас может получиться? Подснежники. Уж чего-чего, но этого бы я, конечно, не подумал бы. Так, значит, да? Так, ну если он сейчас будет замораживать...
Ну чего? Проверим. Ага. Здоровье восстанавливает. Так, ну что же, шикарно, ребят. Это было шикарно. Так, значит, сделаем. Тут, видишь, сработает защита. Мы ему в лоб пробьем, да? Он этого... Вот что он делает. Вот, вот это вот самое плохое, ребят. Вот самое паршивое, что сейчас в блок. Он сейчас либо в козла его превратит, либо заморозит в козла. Дело в том, что он там знает, что он козел. Давай смотреть. Заморозки у него еще хватает, верно? Погнали. Блин, я надеюсь, не сработает у него защита-то, блин. Двоечку-то пробьет наш бравый командир. Блин, ну как ты не вовремя, а? Со своими подарками-то, ну... А, хотя он уничтожит же его, да? Да. Все, все зомби, ребят, на линиях разыграны. Выполнили мы это задание. Твою налево. Фух. Да, Роза меня бесит именно вот этими растениями. Просто меня, блин, вымораживает. Нет, если бы у меня были бы их 4 штуки, я бы радовался. Но у меня их нет, поэтому она меня бесит. Так, а теперь нам остается сделать вот это задание. Взгляд в будущее. Давай посмотрим. Бонусный зомби с ведром может заблокировать ваши бонусные атаки, так что для начала уничтожьте его. Для начала уничтожьте его. Я, значит, за бомбчой, да, играть буду, да? Ну, давай попробуем. Ох ты, ох ты. Интересно, девки пляшут. Даже так делает. Ну, туда мы поставим, наверное, чё, орех? Орех, что ли, нам ставить сюда придется? Ну, потратил, потратил, по крайней мере, все. Уже хорошо. Уже замечательно, потратился, ну и все. Гуляй, Вася. Блин, ну это несерьезно. Зря только разыграл его здесь. Очень зря.
Так, ну что ж, давай сюда поставим его. Бам-бум, бада-бум, на. Что-то их тут дофига у нас, по-моему. Это парень, убери отсюда. Не-не-не, давай-давай, разыгрывай. А, у нас три... Да, у нас вон сколько хпшек-то оказывается. Так, опять эту пакость тут выставляет мне. Ты видел, что он хотел там сделать? Давай проверим. Нет! Ну какого лешего ты? Ну ты жук навозный, а? Слушай, он заколебал уже своими этими. Блин, я боюсь, что там танцор этот будет. Я так и думал. Так, защита. Шикардос. Давай. Ну и все, в принципе. До свидания. А ты... Нет. Фу. А что я фукаю-то? Не, нормально все, нормально, ребят. Ай, хорошо-то как. Ой, прям повеселел рейчик. Не, ну на самом деле круто получилось. Фух, я уже думал, все, хана. Но нет, все у нас получилось. Ну что, дорогие друзья, на этом я буду заканчивать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.